команде «Динамо Москва». На 5 минут за умышленный удар по клюшке даю на Андрея Золотарев, номер 5. Yeah!
много Thank you.
Вниманию ветеранов Красноярского регби. Администрация регбиного клуба НТСН просит вас после матча собраться в фойе стадиона. Времени осталось совсем немного. Трибуны, поддерживаем Енисей! Кто какой? Молодец.
Тимур Сахарский делает реализацию 46-5. Матч окончен. Красный Яр завоевывает бронзовые медали после двухлетнего перерыва. И это только начало. В следующем году ждите продолжения.